Ну что, всем привет, друзья. Небольшой вложик. Нашел кое-какие ништяки. Ну, правда, не на Запорожье. Сейчас вам покажу. И краску нашел. Также сегодня попробуем запустить. Так что послушаем, как звучит V4. Так сказать, прямоток. Ай, дайте запускать. Как вы видели, поначалу запустил движок без глушителя. Звук достаточно громкий. Ну, как сказать, прямоток. Очень громко звучит. Вот этот V4. Так, смотрите, что мне подогнали. Вот такой вот фонарь от москвича. Правда, один, сделанный в СССР. 84-го года. Идеальное состояние, но тачку еще не ставилось. Жалко, что он один. Можно было бы кому-нибудь продать. Ну или хотя бы сюда поставить.
Видите, как смотрится идеально. Ни большой, ни маленький. Он, правда, длинный. Но это ничего страшного. Подогнать будет нормально. Так, это ладно. И, кстати, вот копался дома. Делал уборку и, смотрите, нашел банку краски. Здесь где-то вот так половина, наверное, есть. Грамм 400 есть, наверное. Общий объем 800 грамм. Светло-зеленая. Этой краской, я помню, красил зеленую шестерку, помните? Осталось. Ну, здесь надо, правда, отвердитель еще. И можно что-нибудь покрасить. Вот такая вот краска. Хотел с ней, правда, Запорожец покрасить, но что-то мне этот цвет не очень зеленый. Такой простенький. Лучше покрасим другим цветом. Так что вот такие вот ништяки. Так, здесь я поснимал. Видите, защита здесь была. Что еще поснимал? До сюда пока еще не добрался. Глушитель подсох. Вот лежит. Я его с гаража вытащил. Вот он лежит. Все подсох, все нормально. Прокладки надо вырезать. Прокладки надо вырезать вот так по кругу и поставить. А так, в принципе, все. На сегодня. Так что, ребят, на сегодня все. Пока нет времени заниматься. Сейчас вот вчера пахали огород. Будем картошку сажать. Потом как картофель посадим, займемся этим запорожцем. Надо будет выхлоп поставить и, так сказать, дальше заниматься кузовом, салоном. В общем, чуточку терпения ждите. На следующей неделе начнем.